Друзья, привет! Сегодня будем делать вкусный сахарный самогон. На аппарате Дом Спирт 2. Как раз испробуем его в деле. Вот эти тарелки. Значит, основа у меня — это остатки у меня после фильтрации настоек. Здесь и персики, и абрикосы. Залито это все сахарным самогоном. До крепкости, не помню, вот было написано тут 41. 5 литров, 41%. Сейчас я это все солью в куб, замерю спиртуозность, долью, скорее всего, еще литр 96,6. И будем делать с вами дистилляцию на тарелках. Сборка будет вот такая. Кто спрашивал, почему в обзоре я говорил ректификация, вот здесь написано, ребята, в инструкции ректификация на 6 тарелках с укреплением. Это, скорее всего, ошибка, опечатка, потому что это будет дистилляция с укреплением. Погнали! Что делаем? Открываем банку. Стоит уже давно. Это, как говорится, отходы в доходы. Давно практикую, вам советую. Потому что при настойках, особенно вот таких вот ягод, фруктов, сразу вы все не заберете. Запах шикарный. Но концентрированный. Поскольку это сахарный самогон, я его всегда перегоняю. На третью дистилляцию делаю. Настойки или вот использую для этих целей. Не более того. Дальше что? Я просто беру сито и прям в баке буду фильтровать. Ну, не фильтровать, а отцеживать. Скажем проще. Держите лайфхак. Крышку переворачиваем, ставим сито и выливаем. Удобно. Все, оставляю стекать и начинаю подготавливать к сборке самогонный аппарат. Аппарат собрал в такой конфигурации, как на картинке. Я назову его дистилляция с укреплением на 6 медных тарелках. Долил 2 литра 96%, разбавил все до 35 в общей массе. Подключил воду, проверил. Все, запускаю плиту. 3,5 киловатта, разгоняемся. Дальше термометр забыл, сейчас термометр поставлю. Как температура начнет расти, буду убавлять. Разгон идет полным ходом. Термометр встоял. Тарелочка запотевает, но потому что ее помыл. Сюда тоже вставил верхнюю часть. Кран открыт. Буду отбирать по принципу работы на тарелках. Первое образование сейчас выйдет прямо напрямую и для голов. Кто-то будет говорить, что это мацерация. Я скажу, что это не мацерация, потому что спирт здесь некачественный. Я хочу получить чистый продукт. Чистый ароматный продукт. Я уже получал неоднократно, есть ролики с разными тарелками. Сейчас экспериментирую на тарелках Дом Спирт 2 на моем новом чудо аппарате. Все, ждем первых капель, точнее первой струйки, а дальше буду поджимать вот этот кран до отбора голов. Тарелочки начинают потихонечку разгоняться. Сейчас убавил до 2 киловатт для того, чтобы у нас равномерно выстроился барботаж. А потом можно потихонечку поднимать ориентировочно до 3 киловатт, я так понимаю. Ну, посмотрим в процессе. Смотрите, верхние этажи уже завелись полностью, остался нижний. Буквально еще минутку и можно уже будет поднимать до 3 киловатт. Ну, не до 3, посмотрим. 3 киловатта держит спокойно, уже прошло пару минут,
головешки капают. В кубе 81,6, наверху 77,8. Пока вообще все замечательно. Подготовил приемную емкость, поставил попугай. Головешки уже отошли. Их было немного. Растираем на руку. Как проверить? Растерли и нюхаем. Ах, вкусный. Вот прям персиковый самогон. Ах, класс. Если есть сомнения, набирайте в кружку, добавляйте чуть-чуть теплой воды. И тогда вся гадость, которая есть у вас, выскочит моментально. И вы тогда поймете. Произвел замеры. За минуту отобрал 35 миллилитров. Это получается у нас 2 литра, 100 миллилитров в час. Если умножить на 60. А, ребята, а спиртуозность получается 92. Чистыми при температуре 10. Ну, а плюс-минус валируется. Шикарный результат, согласитесь. Спирт шикарный, просто. Сейчас причмокну. Я просто пробую. Вот персики, абрикосы. Нежный, мягкий. Мне нравится. Пока все нравится. Также мощность 3,2 киловатта. Давайте по тарелочкам пробежим. Сейчас со штатива сниму. 3,2 киловатта температура в кубе. 82,3. Барботаж равномерный на всех 6 тарелках. Вверху посмотрим. Но он здесь не обязательно. 7,7,9. На него можно внимание не обращать. Только в том случае, если вы неправильно настроили отбор тела. Тогда температура будет резко расти. Но это можно все просчитать по скорости подачи мощности и скорости отбора. И тогда вот этот термометр вам не нужен. Но поскольку мы все новички, мы будем ориентироваться и на него. Прорывов никаких нет. Все замечательно. Ждем. Друзья, почти 3 литра отобрал. Перелил в пятишку. Поставил обратно в 3-литровую банку. Также 3,2 киловатта. В кубе сейчас 89,5. Запотевание первой тарелки. Но это ни о чем не говорит. Абсолютно. Можете об этом не париться. Вверху 78,1. Прыгает 78,1. До 0,5 залет. Допустим. Можете насчет этого не переживать. Можно чуть-чуть поджимать кран, потому что здесь нет, как в миджете, возврата флегмы. Но в данном случае не обязательно. Я пока контролирую, нюхаю продукт, пробую. Пока идет хороший. Буду отбирать до 91 в кубе. Посмотрим, может, до 92. Попробуем, посмотрим, как работают эти тарелки. В основном все тарелки это 91-92. Ближе к 91 спиртовая полка начала смещаться. Видите? Уже почти 91. Если вот так смотреть. На вкус пока все хорошо. Но то, что полка сместилась, это говорит о том, что надо прекращать. Сейчас вот этот шланчик переставлю вот в ту банку, и это будет у меня просто уже технический спирт. Подведем итоги. 3 литра ровно получилось 92% самогона. Можно сказать, бренди, персиковый бренди. Ну, конечно, закидаю тапками. Но по вкусу разбавил до 40. Запах персиков, да, именно машмала,
преобладает. 5-10. 5-10 мягкая. Даже очень мягко. Есть все нотки. Пока мне все нравится. Дальше попробуем на тарелках сделать зерновую. Не буду пока не говорить ни хорошо, ни плохо. Скажу, все нравится. Вот здесь 3 литра 92%. Если его развести до 40, получится порядка 7 литров. Шикарный результат. Без отходов, ребята. С вас лайки, подписка.